В этом году 21 люберецкий выпускник получил наивысший балл по итогам единого государственного экзамена. Это рекорд городского округа по количеству стобальников. Глава Люберец встретился с учителями, благодаря которым достигнут такой результат. Результаты школьников на ЕГЭ – это результаты их трудов. Эти люди не просто выполняют свою работу, а делают ее на все 100. Учитель гимназии 41 Валерия Зизян – рекордсмен городского округа по количеству 100-бальников. Четверо ее воспитанников получили на ЕГЭ максимальный балл. По литературе это Юлия Мещанкина. По русскому языку это Аня Москаленко, это Ярослава Бондаренко, это Таня Гудошникова. Вот мои героини. Всегда хочется, чтобы был результат. Не напрасно же мы работаем, и не напрасно же трудятся наши дети, потому что это действительно 100 баллов – это труд и детей, и их родителей, и учителя. В этом году городской округ успешно справился с ЕГЭ. 21 выпускник заслужил звание 100-бальника. Для сравнения, в 2019 году их было всего 8. Вопреки ожиданиям, дистанционное обучение никак не отразилось на знаниях детей. У вас есть результат. Вы его добились. Значит, что-то есть у вас такое, чего нет у других. Я вам хочу сказать спасибо, потому что вы этого достойны. И я думаю, что ваши ученики будут вас вспоминать. Новый учебный год уже начался, значит, пришла пора готовить новых 100-бальников, а вместе с тем и поднимать рейтинг городского округа в системе образования. Эти темы и пути дальнейшего развития учителя обсудили с главой округа. Следующая встреча с педагогическим сообществом намечена на начало октября. Луиза Егазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.